Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, работы скульпторов. Неизвестный мастер, статуя смерти. Еще она называют «Помни о смерти». 1520-е годы, Самшит, высота 24. Перед зрителем выдающийся пример мрачного мотива «Ванитас», олицетворяющего бренность и тщетность человеческого бытия. Статуя относится к эпохе маньеризма, и именно в это время возрос интерес к рассуждениям о тленности красоты, коварной недолговечности жизни и человеческим порокам. Скульптор в преувеличенной и изощренной манере изображает уродливое тело трупа с почти разложившейся кожей и вывернутым кишечником. Особенно поразительно изящная поза мертвеца, которая дисгармонирует с его ужасающим одеянием из рваной плоти. В руке он держит свиток с латинской надписью. Там написано: «Я тот, кем вы будете. Я был тем, кто вы есть сейчас». Ибо для каждого это так. Такая вот надпись. Сама фигура напоминает Адама из знаменитой гравюры Альберта Дюрера «Адам и Ева». Вероятно, автор намеренно ссылается на данный сюжет как символ первородного греха, обрекшего человечество на смертное существование. Ну вот такое описание к работе «Статуя смерти» или «Помни о смерти» неизвестного мастера я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.